Сука, посмотрите на него. Петушок на башке. Но мы же с тобой оба кони знаем, что мы не пидоры. Ай, блять, я не могу. Знаешь, чем сейчас прибудет мой вертолет? Как же я скучал по тебе, мой вертолетик. Да-да, я очень скучал по тебе, мой вертолет. Хоба! Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Обратно. Хули я делаю? Оп. Ну, в путь. Это они потом на меня работать будут. Я же тут босс. Ух ты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-чума. Такой-то. Лежите. Ну, атаковались. Вперед и с песней. Не, вот, ну чё ты ко мне лез? Я шел спокойно себе в коробке. Дружок, я тут. Ку-ку! Какой же ты косой, а? А я иду такой... такой незаметный. Иду такой, хоба, и в коробке. Такой неприметный. Чё, пацаны? Чё? 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 Ты ко мне так близко не подходи, я же могу пульнуть. Наконец-то, машина, а то я задолбался, блин, это лошадь, блядь, чё он творит? Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ну правильно, а чего ждать от неприметной такой коробочки? Я иду гуляю, никого не трогаю. Алмазик. Позовем свою лошадь. Мой добрый конь. Ну. Ты знаешь, я бы долго так бежал до цели. Солдатики. Я такой невинной коробочкой пойду, то не заметит. Да какой огонь? Я обычная коробочка. Опа! Огонь! Огонь, огонь! Гоу! Гоу, гоу! Плевать! Иди сюда! Ай, блядь, он сейчас за пулемет стал. Вы так не шутите, а то я вам сейчас переебу нахуй. Злая коробочка будет вас за вами наблюдать. Злая коробочка. Очень злая. Это что такое? Ну что, так и будем смотреть или будем драться? Весело, блин. Ну чё, пойдём. Коробка моя, коробка. Опа. О, так. Коробка на месте. Всё на месте.
Завалило. О, вот это вот, это мощь, это вообще мощь. Поймал он меня. Нифига не поймал. Блять, а как же коробка, а? Как же ты про коробку не подумал-то, а? О, давай, усыпляй. Добрый путь. Что такое? Ты, наверное, тоже, да, в отряд хочешь попасть к нам? Иди сюда, дорогой, иди сюда. Иди сюда. Есть. Добро пожаловать в мой отряд. А это вообще цыпленок. Не, ну нормально. Я, значит, возрождаюсь, а они мне такие смешные шапочки одевают. У него даже скрута шевелится. Я не могу. Всем привет-привет, друзья! Мне эта игра очень понравилась. Она такая прикольная, такая, ну, сами видели, какая игра. Хочу привет передать своему однокласснику Саньку Чеблыгину. Да, я его одноклассник. Ну и хочу передать маме то, что справку я получил. На этом все. Слушайте хорошую музыку. Всем пока.